В рамках автопробега, приуроченного к 25-летию «Эхо Москвы», Саратов посетил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. На пресс-конференции он рассказал о целях своего визита. Во время автопробега главред и его коллеги наблюдают за тем, как живут люди в областных центрах и какие проблемы их объединяют. Кроме того, Алексей Венедиктов курирует проект по систематизации сведений о захоронениях Второй мировой войны. Саратовскую область выбрали в качестве пилотной площадки. Все визги о патриотическом воспитании, о недостаточном патриотизме и о прочем, это визги. А делать-то что? А сейчас еще больше. Да, а делать-то что? А вот надо привлекать волонтеров, добровольцев, в первую очередь не к тому, чтобы ехать на Украину, а навести порядок на своей земле. А порядок – это отдать дань уважения тем, кто за нас погиб.